Здравствуйте, меня зовут Михаил Белов. И прямо сейчас я расскажу вам прогноз погоды на 17 января. В столице края ночью 6, днем минус 5. В Белокурихе ночью минус 9, днем минус 5. В Горно-Алтайске ночная температура минус 6, дневная минус 5. А теперь подробнее о том, какая погода ожидается в нашем городе. У нас пасмурно, возможно, небольшой снег. Ночью минус 5, минус 7. Днем минус 3, минус 5. Живите дружно. Пока!